Спектрометры на основе смартфонов. Нас эта концепция привлекла тем, что сейчас практически 90% населения имеют эти, по сути, карманные вычислители в своем личном пользовании. Гиперспектрометр формирует так называемый гиперкуб, в отличие от обычного интегрального спектрометра. Здесь реализована идея так называемых элементов с двойной функциональностью, когда в одном оптическом элементе заключен функционал, изображающий системы, и системы, производящие спектральный анализ. То есть в данном случае мы используем гармоническую линзу с достаточно высоким рельефом, порядка 10 микрометров, и нанесенные поверх этого рельефа рельеф дифракционной решетки высотой около микрона. Система работает комплексно. Линза осуществляет построение изображения, а дифракционная решетка смещает это изображение в дифракционном порядке и дает возможность нам произвести его спектральный анализ. А дальше каждая конкретная прикладная задача – это задача отдельная, требующая создания, ну, как минимум, анализирующего программного обеспечения, требующее участия в создании этого программного обеспечения спектрометристов, химиков, специалистов в прикладной области. Да, в общем-то, это совершенно отдельная задача. Дело в том, что режим работы прибора сканирующий, то есть вы должны провести вдоль анализируемого объекта, он через щелевую диафрагму просмотрит, составит изображение, получит гиперкуб. После этого, по, скажем так, концепции программного обеспечения, вам нужно будет получившийся гиперкуб в какое-то из свое вткнуть на картинке то место, в котором вам нужно посмотреть спектр. То есть вы нажимаете на него, вы получаете некий спектр. Вот. Ну а дальше уже зависит от того, что именно вы хотите. Скажем, будет приложение какое-то, например, для анализа мяса. Нажать кнопку, проанализировать и нажать, что это именно мясо. Вот. В этом случае можно, например, определить, что мясо свежее или не свежее. Вот есть такие индикаторы, действительно можно смело будет сказать, что да, на следующий день оно уже будет непригодно в пищу. Может использоваться и в профессиональном варианте. Вполне возможно, что если прибор пойдет в жизнь, то его начнут использовать, например, сотрудники там с самой эпидемстанции, просто для первичного анализа, чтобы посмотреть, а вот действительно грязно. Вот она грязь, в спектре отлично видна. Сотрудники ГИБДД, скажем, этот прибор очень неплохо позволит, просто проведя по потоку машин, определить, что вот в этом автомобиле установлены ксеноновые фары, а по виду он вроде бы не должен быть с ксеноном. Сейчас задача уже не научная, она скорее техническая. То есть вот есть элемент, нужно определиться, в какой корпус мы его будем ставить, какие будут материалы, каким образом это будет крепиться к смартфону. Есть же достаточно много типа размеров. Я все-таки надеюсь, что нам удастся найти промышленного партнера. И если такой промышленный партнер будет найден, мы готовы поработать по так называемому 218-му постановлению. У нас готовая заявка. В результате мы действительно можем вывести на рынок готовый продукт.